Здрасте. Так, ну вот ваш квадроцикл Маугли Шарп. Давайте я вкратце вам о нем расскажу. Вот он сейчас стоит на нейтралочке. Объем двигателя здесь 100 кубических сантиметров. Что касается заправки, его заправляется бензином 92-м. Напомню, что бензин 4-тактный, то есть не надо с маслом мешать. Максимальная скорость 50 км в час, ну до 50. Этого вполне достаточно для него. Здесь что удобно для ребенка? Педаль тормоза ножная. Он очень крепко держит. И все. Это ручной тормоз передний, он же стояночный. Здесь потом это можно отрегулировать, подтянуть его. Далее, здесь ручка переключения скоростей. Вот. Вперед и через нейтралку назад. То есть она здесь стоит автомат. То есть ничего выжимать как на мотоцикле не нужно. Включили, поехали. Стоп не надо, да? Нет. Стоп нам нужен будет тогда, когда нужно будет его заводить. Для начала. Значит, смотрите. Для того, чтобы квадроцикл поехал, мы включаем зажигание, выжимаем тормоз, нажимаем стартер. Если он у вас не заводится, больше 5 секунд его не гоняйте, чтобы аккумулятор не посадить. Не заводится он может по разным причинам. Первая причина — это отсутствие бензина, бывает такое, да? Либо с этой стороны перекрыт краник топливный. Видите? Вот так он закрыт, так он открыт. Ага. Не закрыт, да? Да, сейчас я открыл его. Далее. И вот эта кнопочка. Это глушилка. О, дружок. Как зовут-то? Пойди. О, побежала. Бывает, забывает. И как бы вы ни крутили, да, не заведется. Должна быть отжата. Вот это основные причины. Можно газулькой помочь. Вот. Это его второй запуск только после завода. Значит, смотрите, вот видите. Раз, все. И дальше никак. Далее. Что касается других функций. Тут есть сигнал звуковой, поворотники. Можно либо вот так вот выключать, да? Ну, поймать середку, либо просто нажать вот так вот. Раз. Все, они выключаются. Сигналы поворотника дублируются еще звуком. И, соответственно, свет. Фары вроде простые, но они реально ярко горят. Далее. У вас сзади два стоп-сигнала. Не один. Дальше. Что касается подзарядки. Вот он. Это аккумулятор не вытаскивает, да? Значит, смотрите. У него нет уже генератора. Поэтому для того, чтобы он заводился с электростартера, нужен аккумулятор, чтобы он был все время заряжен. То есть день покатались, на ночь поставили 7-8 часов и опять катаетесь. Бака вам примерно бензина хватит километров на 50 точно. Что касается первого ПО, прохождения. Первого ТО прохождения. Там сейчас залито транспортировочное масло. Откатайте два полных бака. И поменяйте масло. То есть купите 4-тактное автомобильное масло. Сливайте снизу пробка. Увидите винт, он самый большой. Сольете и зальете новый. Заливается эта вся история вот сюда. Вот, видите? Это пробка, он же щуп. Вот, ну, либо здесь это нужно будет открутить, либо тут такую дырочку сделать. Вот. Это вот что касается. Так, обороты нигде не регулируются там. Обязательно. Больше, да? Обороты. Это стандартно все. Сейчас я покажу. Сейчас момент.
Вот там, сейчас покажу. Вот здесь винт на карбюраторе. Ну, он, видите, там винт с пружинкой. А, да, вижу, вижу. Да, это обороты. Дальше скачем мы. Что касается безопасности. Здесь есть брелок родительского контроля. На него здесь вот 4 функции. Это звуковой сигнал. Это завод двигателя. Ну, поехал куда-то. Куда? Раз, остановили двигатель. Он никуда не двинется, да? И просто сигнализация. Все. Понятно, да? Кто-то будет его дербанить, вы уже слышите, выбегаете и разговариваете. Смотрите, когда вы все-таки пользовались брелком, на всякий случай два раза нажмите потом на открытый замочек, чтобы цепер замкнуть, иначе вы ключом... Нет, вы ключом просто не сможете его отключить. Потому что цепь замута, оставите на ночь, и он у вас просто разрядится, аккумулятор. Вот это вот из-за брелка. Дождя ничего там не боится? Ничего? Да нет, зачем? Аккумулятор спрятанный, вся проводка, видите, под кожухом, да? Здесь сзади есть штучка, видите, разжег. На себе его раз. Мало ли, нужно будет сюда залезть, аккумулятор посмотреть, либо со временем заменить его. Вот, пожалуйста, взяли, достали и заменили. Это обращаю ваше внимание, видите, на фильтр нулевого сопротивления воздушный. Он должен быть все время в чистоте. Потому что он будет там ездить то по одуванчику, по полю, там будет он забиваться, а двигатель потом будет нестабильно работать. Он должен быть все время чистым. Он металлический, да? Он металлический, моется, металлический, он держится на хомутике, хомутик ослабили, просто вытащили. Либо компрессором под давлением воздуха, либо под водой, ну, сильно строили, промыли, просушили, обратно поставили, все, проблем нет. Так. Ну, в принципе, по большому счету все почти. Обращу ваше внимание еще вот на это. Вот чека безопасности. Это вот на руку пристегнули. Если не дай бог, то эта чека вылетает, двигатель глохнет. И вот пока он еще... У него опыта нет, правильно? Еще, Владимир? Что? Опыта нет у него? Не. Вот винт. Если вы полностью его загоняете сюда, то есть мы регулируем клавишу газа. Поставить ту скорость, которую считаете для него безопасной, пока он научится. Как бы он ни давил, он быстрее просто не поедет. Ну и, соответственно, вы всегда контролируете брелком. То есть он 100 шагов действует. Ну, примерно 70 метров. В принципе, по большому счету все. Давайте, вы можете на нем... Он 110 килограмм выдерживает, без проблем. Давайте, заводите. Сначала мы поворачиваем ключик. Так, выжимаем тормоз. Ну, любой, да? Нет, ручной нажимайте. Нет, вы держите, пока он не заведется. Все, пускайте. Да. Включайте передачу вперед. На газ, потихоньку поехали. Назад, да. Раз, два. Да. Вот. Затянуть он не так будет резко дергать, да? Вы просто резко нажали, поэтому поехали, да? Вот, к примеру, ходите, вот я покажу, да? Ну вот я квадроцикл привез, еще один квадроцикл для мальчика Васи. Мальчик и его родители застеснялись сниматься в финальном видео. Ну как бы там ни было, еще один счастливый ребенок получил в подарок к
квадроцикл от компании «Маугли». Всем пока!